Какая-то приятная штука. Новый год. Еще более приятная штука, когда мы заходим здесь, в электросилу, и получаем то, что нужно для нашего, кстати, дома. Ведь дома без электричества ничего не получается, правильно? Это новое движение, новое русло. И мы с ним живем. Я так понимаю, что раз электричество у нас, мы не должны за него ничего платить. И мы за это дело не платим, если работаем с электросилой. В процедуре нашей работы у меня возникает вопрос. Вопрос-то правильный. С 2015 года что изменилось? Цены на топливо базовые остались прежние. Солярка немножко подорожала. Но с какого пива семга увеличилась в цене в 4 раза? Рыба тоже уханула в 3 раза. И медицинские услуги подорожали в 2. Чего такая милость-то? Цена металла еще не дошла до пика уровня 2009-го. В чем вопрос-то? Мясо наше как было, так и осталось. Как и все электричество в электросиле. Или радость ваша в цене на машину? Странная радость в цене на то, что опустится за 10 лет в 10 раз. Но с другой стороны, работая как электросила, работая на большее удовольствие для покупателя, можно ни в чем себя не ограничивать. Вот я про что говорю. Пришли сюда и купили то, что вам нужно. Да. И в ценники как бы не влетели. Да нет, нормально. Ничего нет уже вечного, конечно, ломается. Вот мне про это и говорю, что электричество так же ломается, прилогично. Ну, вот если поставишь хороший, надолго хватает. А хороший, ну, более... где уберете, здесь? И здесь, да, где попадется. Где... Но, а здесь почему? Ну, потому что здесь близко. А цена? Ну, цена нормальная, считаю, это самое. Ну, там они отличаются, конечно, но не очень. Так что, ну, все равно приемлемая цена. Ну, заезжаю, здесь мне нравится. Да? Большой выбор. Я сделал материал такой. Хорошее электричество в Новый год. Вместе с электросилой, наверное, да? Я с удовольствием с ней буду. Не первый раз заезжаю. Хорошие цены, большой ассортимент. В общем, я доволен. И бытие есть явное. Я уже не говорю, говорят покупатели, для которых удовольствие главное, как не задорого качественно обустроить свой дом. При этом и количество, и качество в электросиле едины. Мне говорят, век живи и век учись. А я скажу, правильно это решение. Уже скоро будет десятка годков, а я все равно учусь, знаете? Все равно это приятно. Когда умные люди нам про это говорят, нам умные люди сегодня не говорят, а показывают. Мне кто-то сказал, что у нас уже проблемы с неземной цивилизацией. Может быть, так оно и есть. Но обратите внимание, светодиодные элементы, они есть везде. Везде, 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 везде. И это пункт номер один. Нового продвижения, а пункт номер два – весьма интересна экономия ваших денежных средств. Потому что любой светодиодный фонарик, который светится, он потребляет электроэнергии в 10 раз, меньше, чем это делает лампа накаливания. Вперед с песней! Что же дальше? Дальше интереснее. Город реально небольшой. В городе есть тот, кто пока заботится о вас. Я про телевидение говорю. Для меня главное ваше большее удовольствие. Чтобы все, что вы видите и желаете купить, было именно и правильно. Не стоит искать, не надо, а лучше купить сразу. И где купить? На вокзальной 5 и на Комсомольской 17. Просто остальные думают о сарафанном радио, которое никоим образом не работает как ТВ. Вот так. ТВ в моем лице не глаголит, а показывает вам истину в первоисточнике. Только источник – это простые люди, человеки. Электросила вам нравится? Да. Почему вам нравится именно электросила? Приемлемые цены. Приемлемые цены, да? То есть мы будем говорить, что даже под Новый год, мы, если нам что-то нужно купить, почему не прийти сюда? Ну да. За лампочками приходите сюда, да? Да, за лампочки, от лампочки. Говорю. Молодочек, они не проверяются? А если она негодная? Поменять сразу же? Принесу. Хорошо. Почему вы здесь? А я здесь живу рядом. Удобно? Удобно, да. Ну, здесь товар приемлемой цены и все в наличии.
То есть будем говорить, да, что приемлемые цены. Конечно, для нас да, это более чем нужно. Да. Неплохой магазин рядом с домом находится. В Тюбилинском районе не так много магазинов с электрикой. Ближайший, по-моему, Сковородки только. Вот. Здесь, в этой области. Неплохой, такой хороший магазинчик. Не первый раз сюда прихожу. Почему сюда приходите? За материалом. Материалы? Да. Материалы нужны? Да, нужны. Там розетки. Сегодня вот за наконечниками, чтобы работу выполнить. Кабельные получается. Есть же много контор, которые занимаются электричеством. Почему электросила? Здесь вроде как цены приемлемые. Магазин хороший. Самое главное, то, что он находится рядом с домом. В принципе, в Ленинском районе это единственный магазин. Вернее, их два. Электросила и этот. Самые лучшие. Всем советую. Мы говорили про Новый год. Лучший год – это когда Вера будет с нами. Вера грамотная, воспитанная на удовольствии. Когда можно не париться, а приобрести для дома все для электричества недорого. Вот о чем наш новогодний репортаж. Вот побольше бы таких мест, где ценники абсолютно нормальные и ровные. И эти ценники также и будут в любом году, в любое десятилетие. Я не думаю, что кто-то проживет больше 50 лет. Но будем надеяться, что если мы будем работать по таким принципам, то все станет гораздо проще. Потому что зачем? Потому что это не нужно делать. Потому что лучше делать по китайским принципам. Самые лучшие мне китайские принципы, мне до сих пор так нравятся. Чем Китай всех прельстил. И, кстати, даже невзирая на то, что сейчас Китай на отлет, ценники такие же. Дешевле, чем в других местах. Потому что это умный Китай в неразумном нашем человеческом государстве.